Ну вот, остался позади и столь полюбившийся нам Шенкурск. Андрей Николаевич проложил курс на север и уверенно ведет нас навстречу новым приключениям. Следующая остановка запланирована в районном центре поселка Пинеге, который до 1925 года имел статус города. Но Пинеге повезло более других городов. Он хотя бы существует сегодня. Чего не скажешь о большинстве его средневековых собратьев, городов Великой Биармии. Холмогор тракзаристы очень быстрые. Гоняют по дорогам так, что не обогнать их даже. Ну ладно, если кому-то покажется, что это слово скандинавское, можно назвать эту землю более привычным названием Пермия. Настоящие вот эти вот. Да. Вот да. Или просто Пермь Великая. Если кто-то возразит, мол, при чем здесь Пермь, то я отвечу просто. Ну, не особо здесь хорошо с холмами и с горами. Хольмгард на старых картах. Съезжаем с асфальта и покидаем цивилизованную часть. Не увидим его еще неделю. Теперь неделю будем ездить по грунтовке. Посмотрите на старые карты. И убедитесь в том, что некогда существовала большая страна, которая начиналась на западе у границ современной Финляндии и простиралась на восток до самой Оби. На севере Великая Пермия начиналась за полярным кругом, у самого моря Мурманского. Область одна, а земли отличаются крепко, здесь все по-другому уже. А заканчивалась у границ Владимирского княжества. Причем в какой-то период в ее составе находилось даже Казанское ханство. Посмотрите только, как много городов существовало на Ваге и Северной Двине. Вы о них что-нибудь слышали? Это речной порт Успенига. А сама Успенига вот она. Вот это? Это Северная Двина. Народ, кто-то нас видит сейчас. Я покажу вам, как мы на машине плывем по реке. Река называется Северная Двина. Смотрите, как это красиво. Замерз? Нет, немножко.
Леня, приклони немножко. Мы идем по тропе с юга на север. И переправа через Северную Двину – одно из приключений, которое необходимо пережить. Кто не переправлялся через Северные реки, тот на севере, считай, и не был. Собственно, мы уже приплыли. Быстро. Речка широкая, но мы переправились через нее очень-очень быстро. В следующий раз я еще что-нибудь покажу. А пока, всех благ. Ух ты, я такого не видел, класс. Вот так вот, прямо по пляжу уезжает. Забавно. Внимание, наш транспорт прибывает в устье Пинигу. Удивительное дело, в этот день дождь все время шел, в то время, пока мы находились в машине. Но стоило только нам остановиться и выйти, как дождь тут же прекращался, словно кто-то перекрывал водопровод на небесах. Но даже в такую погоду Пинига великолепна. Этот район показался нам аномальным не только из-за капризов погоды, но и благодаря уникальной географии и геологии. Здесь проходят явные границы между ландшафтами, отличающимися друг от друга, как кровь и молоко. С одной стороны реки поверхностные слои осадочных пород сложены из чистейшего гипса, а с другой, восточной стороны, нет ничего, кроме песков и красных мергелей. Но фиксировать на месте чудеса геологии мы станем не в этот день. Сначала нужно отдохнуть на гостеприимной турбазе, откуда нам уже начали звонить хозяева, которые волновались за нас, переживали, как мы там в пути под проливным дождем. Тинга! Тинга! Ух ты, смотри, какая красота! Ага! И мостик класс! А дома-то смотрите, как есть! О! Деревня с ними! Вот да смотри, как они стоят! Да. Вот дома, вот то, что мы видим классически. Да. Представляешь? Ой, какая красота. Чуплига. Это уже третья горка. Третье село, которое называется Горка. А то была гора. Горка, именно горка.
Одна горка там, где около Шенкурска была, другая горка вот на той стороне Северной Двины, и вот еще третья горка. Вот, вот Пинига. Уграфинская. А тут опять песчаные носы, лес, пересох. Мне кажется, это я видел во сне. Я это видел уже, правда. Это фантастика. Слушай, ну просто это фантастика. Слушай, ты сможешь скриншоты сделать? Конечно. Ой, слушай, вот это класс. Вот, наверное. Где-то здесь. Вечерней зарей два этих мощных мужчины со спиннингами, с большим мешком для рыбы. Здравствуйте! Понятно, сказал. Вот так. А, здесь еще.
большая, что Андрей Викторович не может ее вытащить, поэтому пошел спасать. Видео есть, где он это трясу ловит в Белом море. Покажи рыбку. Где рыбка? Ой, вот такая маленькая рыбка. Сейчас ее съест большая рыба.